Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Сергей Горбачев. Сегодня я вам хочу представить овальную кисть из имитации белки производства фирмы Рублев. Вот так выглядит эта кисточка, посмотрите, и вот так она собирается в смоченном виде. Кисть универсальная, поэтому ей хорошо получается овальный мазок, острый и тонкая линия. Понятно, что кисточка легко справляется с получением крупных овальных мазков. А вот как она ведет себя при работе над мелкими деталями, я сейчас покажу. И для этого специально буду использовать кисть с толщиной выставки целых 12 мм. Рядом с клочком бумаги и горелой спичкой я нарисую еще ряд мелких предметов. Для начала изобразим семечко тыквы. Теперь добавим маленький мебельный гвоздик. Нарисуем еще одну спичку, только целую. Пониже гвоздика изобразим простую булавку. Кстати, клочок бумаги, горелая спичка и кусочек стола тоже нарисованы этой кистью.